себя никогда. Иди только вперед, и ты найдешь себя. Есть правило такое, запомни навсегда. Илюха, здорово. Здорово, ну как ты? Ну, у меня все по плану, я в горах, я не знаю, вроде даже сеть ловит. Слушай, но сегодня не получается еще до Грозного доехать, потому что уже ночь, как ты видишь. Поэтому, ну, там подождут, Илюх? Да, там подождут, ты, главное, безопасное место найди там для ночевки себе. Угу. Да я уже, пацаны, встретили, я уже этот, забронировал себе этот отельчик. Попросил потише, пожалуйста, сделать? Да. На пару минут, Джонни, потише, пожалуйста. Ага. Пацаны свои, я тут служил, друга 15 лет не видел. Здесь меня встретили, все хорошо. Хорошо, отлично. Ладно, тогда завтра смотри, доберись до Грозного, встретишься с человеком нашим. Угу. Передашь ему наличку. Угу. И обратно езжай. И готовься к переправке через границу. Я понял. Хорошо, у меня все с собой, все по плану, но... Да, там как уже в Грузию переберешься. Угу. Уже дальше по плану мы обсуждали, не по телефону. Да. У тебя все готово для меня, да? Да, все готово для тебя, поэтому жду тебя здесь. Все, спасибо, Илюх. Давай, я как документы заберу тебе, отпишусь, отзвонюсь, хорошо? Хорошо, если будет какой форс-мажор, сразу давай знать, будем решать. Ну, главное, чтобы эта связь была здесь есть, по крайней мере. Все, Илюх, я понял, давай на связи. Давай, пока. Угу, пока. Все по плану, короче. Иди только вперед, и ты найдешь себя. Есть правило такое, запомни навсегда. Идущему вперед, зеленый свет всегда. Thank you.